сегодня мы с вами в нашу волшебную неделю, когда растущая луна, должны успеть завязать узел счастья. Узел счастья, узел вечности или узел жизни. Так он называется. Встречается он на всей территории нашего земного шара и является самым древним из узлов. Значит, заговор на плетение этого узла будет показан в конце видео. Ну и в следующем видео, которое я сниму, будет узелок на здоровье. Раз, два, три. Так мы с вами начинали уже несколько узелков вязать. До этого у нас был с вами узел карьеры, узел женского обаяния и узел достатка. Для узла счастья надо, чтобы хвостики смотрели вверх. Теперь правый хвостик сверху. Мы его должны пропустить под петлю. Левый хвостик снизу. Мы его должны вытащить наверх. Вот так у нас должно получиться. Сейчас мы берем правый хвостик и протягиваем его сверху, вот сюда вниз. Вот так. А левый хвостик у нас находится сверху, значит, мы его протягиваем в петлю снизу и тоже вниз. Вот так выглядит этот узелок. Нам его надо подтянуть. Подтягиваем. Значит, подтягиваем вот с этой стороны. То есть вот так. И вот так. Вот такой узелок у нас с вами получился. Для сохранения вашей энергии у этого узелка хвостики свободные закрепляются параллельно. Параллельно. Вот здесь перевязывается. Любой, можно ниткой в тон, можно любой другой, какая вам понравится. Вот такой узелок счастья у нас получился. Подписывайтесь на мой канал. Будем с вами дальше заниматься узелковой магией. У нас еще с вами узелок здоровья, узелок уверенности и еще несколько секретиков, которых вы узнаете позже. Если у вас проблемы с завязыванием узелков, вы можете всегда заказать его у меня в группе ВКонтакте. Тот узелок, который вам понравился, который вам необходим, с полной инструкцией и как активировать этот узел лично вами, чтобы он работал на вас, я присылаю вместе с завязанным узелком. Ссылка на группу внизу под видео.